Мы сидим в этой студии. В воскресенье все будут отмечать Пасху. Я хочу сказать, что все это происходит благодаря пацанам, которые сейчас на передке. Тех пацанов, которые обстреливают каждый день, тех пацанов, которые уходят в тыл врага, тех пацанов, которые защищают Украину. Задача всех присутствующих депутатов, министров, политиков – сделать так, чтобы больше украинцы не погибали. Задача нас – восстановить Украину в тех размерах, что она была раньше. Вернуть в Украину мир. И самое главное, чтобы не было ругани, а были дела. Поэтому давайте слава Украине!